Летом есть время не только для отдыха и увлекательных занятий, но и для уроков мужества, один из которых был проведен для учащихся летней агрошколы. Наша славная история и современность были соединены в выступлениях ветеранов военной службы для того, чтобы ребята, выслушав их, почувствовали свою сопричастность к судьбе Отечества. Важность и необходимость уроков мужества у славянских ветеранов военной службы не вызывают никаких сомнений. Они воспитывают патриотизм, продолжая эстафету подвига ветеранов Великой Отечественной войны. Эти уроки актуальны именно потому, что дают реализовать принцип живой истории, рассказать о нашей армии, которая достойно стоит на страже не только мирной жизни в России, но и мира во всем мире. Россия – это наша родина. И вот как вот последний раз мы когда общались, говорим, а кто настоящий русский, настоящий россиянин? Это тот, который любит свою родину, Россию, и за нее готов отдать свою жизнь. Юрий Лобачев, ветеран пограничной службы с выслугой 40 лет, имеет богатый жизненный опыт и обладает отличными знаниями в военном деле, чтобы освещать самые интересные темы. Ребята внимательно выслушали его и задали ряд вопросов, на которые получили подробные ответы. Мы узнали о снаряжении солдат, о том, чем они пользуются, чем защищают нашу родину. Это каждому и необходимо, и каждому интересно. Мне кажется, что многим мальчикам он понравился. Я думаю, девочки также оценили этот урок. Меня, как будущего призывника, интересует устройство армии, какое там оружие и назначение различных армий. Помимо этого, я считаю, что такие уроки необходимо проводить намного чаще, и, может быть, тогда современные дети будут более уверены, все будут более мужественны и будут с более большим желанием идти воевать за свою родину. Служба в рядах вооруженных сил – это почетная обязанность каждого российского парня. Это лучшая школа воспитания настоящего мужчины. Эту мысль постарались донести до ребят выступающие ветераны. Если мальчик будет знать об вооружении, если мальчик будет знать о том, что он пойдет в армию, я думаю, что он будет и хорошо учиться, он будет и заниматься спортом, и готовиться к армии. Ребята, которые занимаются больше природой, задавали такие вопросы, которые касаются именно военного дела. В целом, мне это кажется, что дети интересуются нашей историей, вот, и дети, ну, это наши патриоты. Пройдет не так много времени, и ребята, окончив школу, сделают шаг во взрослую жизнь. И в этой жизни будет много очень важного, в том числе и служба в рядах российской армии. И там им очень пригодятся уроки доблести и патриотизма, которые они приняли когда-то близко к сердцу. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».